На 20 лет может лишиться свободы 27-летний житель Нижнекамска, у которого полицейские нашли 6 полиэтиленовых пакетиков с неустановленным на тот момент веществом. Позже проведенная экспертиза показала, что изъятое вещество является амфетамином общей массой более 8 граммов. Сама операция по задержанию молодого человека проходила в районе одного из гаражных кооперативов, когда подозреваемый прятал наркотики в нижнем белье. В дальнейшем он намеревался сбыть запрещенные вещества. В настоящее время оперативники устанавливают происхождение изъятого у нижнекамца наркотического зелья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере». Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы.